Что такое аккорд с барре? Аккорд с барре – это аккорд, способ постановки которого заключается в одновременном прижатии всех струн на одном ладу указательным пальцем, зачастую. Вот именно так, как вы видите это сейчас. Барре с французского переводится как перегороженный. Вот наш указательный палец и перегораживает наш гриф поперек, при этом прижимая струны. Мы видим большой барре аккорд. Потому что еще бывает маленький. Маленький – это когда наш указательный палец прижимает не все струны. Он прижимает только 3 струны или 2. Остальными мы добиваем какие-то еще нотки. Когда мы только знакомимся с барре и пытаемся его ставить, это тяжело чисто физически. Прижать струны. Но не беспокойтесь, есть некоторые способы, которые могут облегчить нам игру аккордами с барре. О них я расскажу в следующей части видео. Также там будут интересные штучки про барре аккорд. Так что до встречи в следующей части.